Жил-был Поп, жил-был Поп. Сегодняшняя наша встреча посвящена его современной жизни. Специалист знает больше, поэтому еще более печален. Так в самом деле, почему при единстве изначального импульса нет, это невозможно, это не нужно, это ни к чему. Вот поэтому до конца все-таки на этот вопрос, а конечно же, а начать эту беседу я бы хотел с упоминания об одном довольно известном пропагандистском тезисе. Ведь смотрите, что сказано. То, о чем мы с вами говорили в прошлой нашей встрече, потому что все это было подходы к той теме, которые... И когда мы касаемся той странности, которая есть очень много, а странность это такова. Мне бывает очень больно, когда я прихожу к кому-то в гости, и, конечно, прежде всего смотришь, но люди даже не ощущают нехватки. Россия для русских! Россия в берде! Кураев искусник, Кураев везде! Кураев и дьяк, Кураев и поп, Кураев мудак и в очках остолоп. Он нежно обнимет, он в губы целует, меняет он климат и ерзит сухую. Кураев он фюрер, Кураев он вождь, падучий в паркуре, взывающий в дождь. За мною идите, у России беду, я с Путина свитой туда вас веду. Людишек особых мне нравится вид, их в приступе злобы ручонки навскид. Фашистским приветом любуюсь и бдю, с Володей портретом молитвы гундю. Да славится Путин в рядах ФСБ, хитрейший и Плутин, суров, как Любе. Любимая группа сыграет канон, тарелочку супа насыпет ОМОН. Гундяев курилка кадилом махнет, пойду с ним в парилку, доволен как кот. Муа! Муа! Не, братан, стихи для русских друзей. Дьяк Кураев.